Зеленых насаждений много не бывает. РН «Нягань-Нефтегаз» выступил инициатором высадки деревьев и кустарников в центральном микрорайоне Нягани. Эта акция стала одним из мероприятий всероссийского проекта «Зеленая весна», который не первый год поддерживают няганские нефтяники. И словно снежинки летят лепестки. Любит, не любит, любит. Песня «Строить и жить» помогает, да и убирать пожухлую траву, высаживать саженцы деревьев под аккомпанемент гитары тоже веселей. Выросло. Растите елочки, большие и маленькие. С присказками, со знанием дела на экологическую тропу вышли нефтяники. В распоряжении участок в парковой зоне центральной части Нягани, в задумках цветущий уголок городского пространства. Матушка-Земля дает нам все, что мы имеем, можно сказать, кушаем, используем в промышленности так же самое. И отдать какую-то благодарность и посадить немножко деревьев. Породы хвойны вдоль одной пешеходной дорожки, цветущие кустарники на другой площадке. Здесь и кедр, и рябина, и осина, а еще сирень, барбарис и даже крыжовник. Всего 100 саженцев. Сорта морозостойкие для того, чтобы они здесь у нас адаптировались, сохранились и радовали городское население. Высадку зеленых насаждений приурочили к всероссийской акции «Зеленая весна». Экологическое мероприятие по-нягански, когда в одном ряду молодые специалисты, опытные наставники и ветераны нефтегазовой отрасли. Мы ежегодно принимаем участие в данной акции. И, конечно, и в этот год не могли оказаться безучастными. Мы добываем нефть в этом регионе и не могли просто пройти мимо. Акция нефтяников – хороший пример для окружающих. Участие в уборке территории, посадке деревьев формирует ответственное отношение к месту жительства, а еще делает легкие города более сильными. Одно взрослое дерево в год производит без малого 120 килограммов кислорода. Акцию нефтяников поддерживаем, потому что высадка зеленых насаждений очень важна для экологии, для городской экологии, потому что здесь особенная экология, масса выбросов и эстетический вид прежде всего города. Сохранение экологического баланса – неотъемлемая часть корпоративной культуры и ведения деятельности дочерних обществ компании «Роснефть». Вот РН «Нягань-Нефтегаз» год от года наращивает объем природоохранных мероприятий. Только в 2020 году зеленые инвестиции составили более 1,5 миллиардов рублей. Евгения Самойлова, Николай Чащин, «Вести», Югория, Нягань.